Наказание за задержку заработной платы может быть ужесточено. Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу. Согласно инициативе, за невыплату хотя бы четвертой части зарплаты свыше двух месяцев работодателям увеличат штраф с нынешних 120 тысяч рублей до 1 миллиона. Другие возможные санкции – лишение на 3 года права занимать должность в определенной сфере, 2 года принудительных работ или даже лишение свободы на 1 год.